череп как будто сверло буравит. Это точно здесь? Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Самые горячие кибердевочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Вот ведь. Коннор, ты что там делаешь? Иду, лейтенант. Пока идет расследование, я ничего не могу сказать вам, сэр. О, Хэнк! Ну, Бен, что у нас тут? Вон тот номер. О, да, кстати, Гэвин тоже там. Прекрасно. Труп и говнюк. Дивный вечер. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и чё вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну? Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. До свидания. Коннор, мерзость какая! Мне бы тут не сблевать. Написано. Грэм. Тут кредитки. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да. Я видел синяки на шее. Мало ли, может он, ну... пожёстче любил. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать. Повреждена. Я тебя реактивировал. Все в порядке. Этот... он мертвый? Как все случилось? Он начал бить меня. Снова и снова. Ты его убила? Нет.
Нет, это не я. Что еще ты помнишь? Скорее, времени нет. Я больше ничего не помню. Тогда кто, если не ты? Я не знаю, я отключилась, я... Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты? Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила... Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Вы знали жертву? Нет, но он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали тут проблемы с андроидами? Нет, нет. Ну, разок. Девочка пропала. Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время. Я прошу вас. Это важно. Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Клуб Рай желает вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Она ее видела. Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск свидетелей. Ага. Эй, алло, а с этой что делать? Скажите, что передумали! Прости, милая, я передумал. Давайте вот эту. Надеюсь, это... Машина видела эту Трейси, и куда она пошла? Ну что, застыл? Да тут везде андроиды. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Я знаю, куда она ушла.
Я знаю, где она. За мной! Охренеть! Чтоб меня! Стой! Тут я уже сам. Чёрт! Опоздали! Вот с ними как. Используют до упора, а как сломаются, выкидывают. Они уходят! Когда этот человек сломал ту Трейси, я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Я умоляла его перестать, но он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и так держала, пока он не застыл.
Я не хотела убивать его. Я просто сама хотела жить. Вернуться к своей любимой. Чтобы она снова прижала меня к груди. Чтобы я могла позабыть о людях. О том, как они пахнут и что говорят. Идем. Пора. Может, так даже лучше.